Ранним утром в воскресенье неизвестный пытался поджечь продуктовый магазин, который находится на первом этаже жилого здания. Торговая точка, расположенная в сталинских домах за Институтом искусств и культуры, работает только в дневное время. На ночь ее оставляют под охраной сигнализации, что в итоге сыграло существенную роль в исходе событий. Первое возгорание заметила женщина, живущая в квартире над магазином. По ее словам, языки пламени светили так, что в комнате с погашенными лампами стало светло. Она позвонила в пожарную охрану. Однако первыми на вызов прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Сработал датчик. Они увидели, что к рольставням, защищающим вход, привалена горящая автомобильная покрышка. Не дожидаясь расчетов, чоповец лопатой оттащил полыхающий резиновый бублик подальше от крыльца. Лишенный основной подпитки, пожар затух сам собой, как раз к приезду пожарной команды. Спасатели сорвали обгоревшие рольставни, чтобы убедиться, что под ними не осталось очагов тления. Высокая температура изрядно попортила входные пластиковые двери. Дым попал и в торговый зал. Как ни странно, в полицию администрация торговой точки не обратилась. Владелец счел это излишним и, похоже, будет искать пиромана своими силами. С места происшествия Михаил Сергеев и Андрей Алферов.